Накануне в Химках прошел День памяти сходнинских преподобномучениц Натальи, Екатерины и Елены. В их честь в Троицком храме прошло богослужение. Провел его викарий Московской епархии епископ Тихон Видновский. Посетил богослужение глава городского округа Дмитрий Волошин. Также принял участие в освящении приходского дома. В честь его открытия руководитель муниципалитета вручил епископу картину с изображением Троицкого храма. Ранее администрация Химок закупила оборудование для проведения занятий в воскресной школе при храме.